Мы следуем этого ситуации очень внимательно. Конечно, все детали у нас нет. Что самое важное, что и исследование, и судебный процесс будет сделано в прозрачно и соблюдая международные стандарты по правам человека, по верховенству закона, и чтобы Молдова может себе показать, что страна действительно что страна государство, где на первом месте есть верховенство права. Мы ожидаем, что это исследование и судебный процесс будет сделано именно так, и надеемся, что это будет ситуация.